Сейфоп на месте. Житомирская область, смотрю, сегодня на вахте. Сегодня первый день локдауна коронавирусного, так называемого. Людей разогнали по домам. Транспорт городской не работает, все ездят только на частных машинах. Собственно говоря, на Майдане, кроме ФОПов, практически никого и нет. Сейчас вам покажу там еще возле палатки ситуацию. Вон ФОПы стоят. Вот такая спокойная обстановка. Ждем неизвестно чего.